Здравствуйте. ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть на этот год, ожидая его увеличения на 2 миллиона 250 тысяч баррелей в сутки. По подсчетам ОПЕК, мировой спрос на нефть в прошлом году превысил 102 миллиона баррелей в сутки. Картель ждет, что спрос на нефть в мире продолжит рост и в следующем году. Добыча нефти странами ОПЕК выросла в феврале на 203 тысячи баррелей в сутки благодаря увеличению производства в Ливии и Нигерии, в то время как добыча в Иране и Ираке снизилась. По итогам прошлого года ОПЕК в среднем производила 27 миллионов баррелей нефти в сутки. Но другое крупное аналитическое ведомство, Международное энергетическое агентство, считает, что рост спроса будет в два раза ниже, чем того ждет ОПЕК. Прогнозы двух организаций впервые так сильно разошлись за последние 16 лет, отмечает агентство Reuters.